Всем добрый день. Сегодня 22 июля 2023 года. Мы передаем привет всем нашим друзьям. Мы сейчас с малышами, с маленькими. Все они гуляют. Вот такие наши крошечки, хаврошечки. Сейчас у них час игр. Вот так вот они веселятся. Как в прошлом видео я говорила, детки в прошлом видео осваивали новые владения свои. Но освоили они их уж очень быстро. Вот так вот теперь они тут хозяева всей комнаты. Их все устраивает, они счастливы. Они не возмущаются, что где-то там есть препятствие туда, куда они хотят проникнуть. Поэтому детки бегают везде, довольные, счастливые. По поводу пеленочек, конечно, я очень довольна, потому что освоили они их очень хорошо. Как только я сделала больше свободы им, я ложила 3 пеленочки. Сейчас 2. Вот сейчас малыш черненький сходил на пеленочку. Было 3 пеленочки, и было прекрасно. Они их полностью освоили и знают. Сейчас я оставила 2. Ну, не вижу надобности ложить 3-ю. Они молодцы, сразу же освоили 2 пеленочки. Это здесь была, она им знакома, а вторая пеленочка была не знакома в другом месте, но это не составило им труда туда сходить. И по сей день они пользуются пеленочками, поэтому практически у меня тут все чисто. Ну, бывает, конечно, промахи, ну, потому что они еще очень маленькие. В прошлом видео я показывала, как малыши даже сразу освоили пеленочку. Ну, есть очень прекрасные люди, тыкнули мне, что вот показывает собака, пи-пи-пи-пи, покакала, а я такое показываю. Я показывала не как покакала собака, а то, что, положив пеленочку на новое место, малыши сразу же поняли, для чего она. Поэтому показано было вот именно, что они умняшечки, красотулечки мои, все понимают, все знают, то есть с первого раза. Поэтому, когда мне говорят, что не могут приучить к пеленке, ну, ребятушки, не поверю. Немножко внимания, немножко терпения, естественно, нужно собачке показать, поучить ее, и тогда все получится. С первого раза, ну, как бы у нас получается, ну, у вас, вот видите, тоже опять же покажу. Вот он прибежал на пеленочку. Малышу всего лишь 1,5 месяца. И вот будет сейчас заворачивать, убирать будет. Умничка. Я шучу, конечно, не убирать. Они так и играются, и все у них получается, потому что они умнички. Мы очень стараемся к пеленочке приучать, потому что это очень важно. Вот, поэтому все вот, вот так вот они и поиграются, и пописают. Ну, в общем, молодцы. Так, с нами здесь малыш Тимофей. Тимошенька уже зарылся, грызет косточку. Тимошенька в поиске мамочек-папочек. В поиске самой ответственной семьи. Мальчишечка Мальтезе, курнос и мини-мальчик. Полностью привит и готов отправиться в свою новую семью. Вот такой красотулечка ждет свою семью. Так, с нами тут тоже девчоночка наша, которая также ждет свою семью. Девочка Есения, девочка подрощена, окрас черно подпалый, очень красивая девочка, мелкая, но крепкая девочка, с бойким, смелым характером. Вот такая девчоночка также в поиске мамочек папочек. Спала, скажи, да, мама тут пришла, пришла мама, да, мешает. Детки поигрались, взрослые мои девчоночки, и убежали, а малыши остались. Ну вот, Есения и Джерик заскочили на кровать, потому что малыши их, вот они, вот видите, как делают за хвост, друг друга.
друга за хвост и вот начинают их мучить. Ну, Тимошечка, Тимофей, это белый мальчик Мальтеза, он тоже ребенок, он любит с ними побегать, попрыгать. Ну, не всегда, иногда вот уже уходит от них, потому что они нападают на него, а он уже устал, не хочет играться. Так, еще в продаже у нас вот этот красавчик, вот этот нежнейший мальчик, красивейший, курносый носик, мордашечка круглая, красивенный мальчик, звать его Джерри. Мальчик очень-очень нежный, очень ласковый такой, мамин сыночек будет, послушный, спокойный. Джерричка, солнышко, вот он такой вот маленькое солнышко. Прекрасный мальчик с длинной шелковой шерсточкой, он очень красивый, волос просто потрясающий. Он задремал, да, ты спишь? Так, Есения, вот посмотрите, какая красотка, у нее очень красивый волос. Есенечка, Есения, девочка, Есенечка, очень красивый окрас, прям такой яркий, четкий. Так, побежала. Что-то там будет разбираться уже. Да, Есения, что случилось там? Что? Вот так. Малыши сразу набежали. Так, вернемся к Джерику. Джерик вообще потрясающий мальчик. Спят все. Я включила кондиционер. У нас очень жарко. И они вот разморило их на улице. Мы погуляли, но недолго. Дверь открыта в доме, а они не хотят выходить, потому что жарко очень. Так, хулиганы, мальчишки дерутся. Что там такое? Чего не поделили? И это наши мальчишечки. Иди сюда, хотела тебе. Хотела показать, словить. Ой, вот так, вот так, вот так радуемся. Вот так вот у нас все хорошо. Деточки растут. Вот такие игры. Вот такой мальчишка. Тимофей вообще потрясающий мальчик. Он, ну, душа компании просто. Он спокойный, игривый, отзывчивый, со всеми дружит. Будь то маленькие щеночки, либо постарше собаки, либо взрослые собачки. С людьми, с детьми. Он вообще, он такой коммуникабельный парень, что вольется в любую семью, абсолютно. Он никогда никого не обижает, он сам не обижается. Если даже кто-то там на него нарычал, он отойдет и дальше побежал с удовольствием в припрыжку. Ну, настолько он позитивный, что я думаю, он принесет очень много радости в новый дом, в новую семью. Вот такой вот красотунчик в поиске мамочки-папочки. Красивый шелковый волос. Фаберже на месте, зубочки меняются, все прекрасно у мальчика. Вот такой заюшка. Любитель, конечно, побегать, попрыгать, поиграться. Ну, позитива от него просто не передать вам. Вот такой вот зайка. Правда, прибежит лохматый, ничего, мы его расчесываем, снова заплетаем, снова можем одеть бантик или резиночку. Ну, он вот так вот он играется. С удовольствием играется с любыми собачками. Просто чудесный, по характеру чудесный. Вот такие наши мальчишечки. Все у нас дружат, все доброжелательные. Ну вот Тимофейчик, он вообще такой прям хороший-хороший мальчик. Да? Так, вот тут у меня попался мальчишечка. Йорк чисто черного окраса. Вот такая зайка. Сейчас я его вот сюда посажу, чтобы было видно. Вот такой зайка. Поиски мамочек-папочек. Мальчик пока свободен. Вот такой. Ушко поднимается. Следим за этим. Вот такой зайка. Джерри. Все интересно. Мальчик очень нежный и ласковый. Полностью привит. Посмотрите, какой он красавец, какой он статный мальчик, просто. Еще дополняет его характер. Просто нежнейший ребенок, послушный, прекрасный мальчик.
Красивенный какой, какой окрас, какие уши красивые. Джерричек, Джерри, зайк. Так, Есения, конечно, с боевым характером. Девочка все понимает, все слышит, но она такая боевая девчонка. Также очень красивый, просто потрясающе. Вот я прям влюблена в них, они очень красивые, очень довольны их окрасом, прям чудесные. Джерик, да, посмотрите на эти глазки, на эти ушки, просто потрясающий мальчик. Мамочки, папочки, где вы? Посмотрите, готовый, красивенный мальчишечка. Вот, вот так вот, он очень хорошо несет свои уши, он прям так красиво бегает. Ну, прекрасный вообще, наблюдать за ним одно удовольствие. Вот такой вот красивый мальчик может жить с вами. Что там, что там? Все, так, банты уже долой. Так, малыши наши вот здесь вот балуются. Кто-то меня кусает. Кусает. Что, все уже? Игры закончились? Два мальчишки чисто черного окраса. Два братика. Два потрясающих мальчика. Шикарные мальчишки. Волос просто бомбейский. Прям, ну, набито, красивый очень. Кто тут у меня опять кусает? Ну, вот этот кусает. И вот это такие малышарики наши. Малыши. О, все, помощники. Вот такие зайки за ноги кусают. Так, Тимофей что-то там прячет, наверное, косточку какую-то прячет, вкусняшечку. Тимофейчик. Нет, все, он занят. Мальчик занят. Так, что пришли? Все пришли? Все мои хорошие, да, Джерричка. Джерри, вы решили уже поиграться с малышами, да? Так, Есения. То спустится, то дразнит их сверха. Да, девочка такая она. Очень умная. Все, бантик, смотрите, какая красота была. Теперь тоже красиво. Бантик сбоку. Джерри. Малышам, конечно, все интересно, все очень интересно, кто бы ни пришел, кто, что, где, как, им все нужно знать. Есения, красотулечка, очень красивый, длинный волос у Есении, волос, тяжелый шелк, расчесывается очень легко, вообще беспроблемный в уходе, вот прям она вообще шикарна. Вообще не будет проблем, даже если у вас будет длинный волос, если вы оставите без стрижечки. Быстро, легко он расчесывается, вот прям в шикарном окрасе, девочка. Есения? Есения? Есенечка? Есения? Ой, боже, красота. Боже. Красота, красота моя. Да, Есенечка? Иди сюда. Так. Что тут уже потихонечку ложатся мои малыши отдыхать. Кто-то вот тут вот тоже задрали пеленочку. Лежаночек хватает, а они вот на пеленочке все равно. Видите, какой мой сладкий. Такая сладкая. Вот такой сладкий ребенок. Хватит. Прибежал и здоровится. Ушки у всех потихонечку поднимаются. Слежу за тем, чтобы поднимались ушечки, пока ничего не подклеиваю. Нет нужды в этом. У них у самих поднимается. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Здесь вот у мальчика помедленнее. Тихо. Ой, подожди, все. Не любят они, когда я поднимаю наверх. Вот так, я покажу. Так, Джерик пришел ко мне здороваться. Да. Ты чё, мой хороший? Так, красота. Уже дремает. Так интересно за ними наблюдать, когда они дремают. Ну, а кому-то вот еще весело, конечно. Вот они веселухи тут играются. Что, мои хорошие?
Так, малыши грызут по грызушечке. Так, пришла к нам еще наша красотулечка, наш бриллиантик, девочка, Кэтрин, зайка. Что, ты в шкафу спала? Да, ты спала в шкафу, я знаю, что ты спала в шкафу, давай сюда. Она любит, вот там вот есть такая лазейка, там лежит лежаночка, и она любит спать в шкафу. Кэтрин, девочка, черный бриллиантик. Девочка продана и передает привет своей мамочке Елене в Америку. Кэтрин ждет отправления в Америку. Да, как только мы сможем ее отправить, девочка поедет в новую семью. Вот такая красотулечка. Да, вот такая. Так, там вон игры идут. Вот так вот они общаются. Прекрасно общается. Тимофей просто чудесный мальчик. Никогда не ругается, ничего. Так, вот задралась пеленочка, и все равно малыш пописал на пеленочку. Ну, то, что вот она немножко неправильно лежит, его все равно не смутило. Он все равно пришел на пеленочку и написал туда, куда нужно. Умничка! Молодец! Все, там кто-то тут у меня вот так снова меня вот кусает. Такое общение, так они привлекают внимание свое. Вот так. А эти вот тут вот. Тихо, хвостик нужен. Вот так вот они. Вот. Ты же поаккуратней, Тимофейчик, ты чуть-чуть побольше его. Ой. Мальчик любитель поиграться, куча у него энергии, шикарный мальчишечка, прям улыбка, когда на него смотришь, не сходит с лица вообще, он такой позитивчик, такой хороший. Так, вот тут видите, все кучками легли. Лежаночки есть вот у нас тут везде, а они любят кучками поспать, рядышком, чтобы они были. Ну, так, кто-то там еще балуется, тоже пеленочку. Так, солнышки, давайте я вот так пеленочку уберу, застелю немножечко, все, вот не надо. Может, можно им лежаночку положу вот так вот сюда, пусть они... ложится, так им там нравится, вот там вот то место такое, они постоянно там, вот там, такие сладкие детки у нас растут, детки, напоминаю, у нас есть разные, есть постарше, есть помладше, это наши ясельки, есть младшая группа, детки окраса черного, голд и окрас классика, золото, платина, есть вот постарше детки, которые уже подрощены, видно, какие они будут, с шикарным волосом, посмотрите, уже волос у него очень длинный, шелковый, прям вот аж лоснится, очень красивый мальчик, да, Джеричек, ой, такой сладкий мальчик, ты убежал от деток, да? Ой, ай, кто-то меня там за ноги кусает снова. Да? Вот. Теперь легли на лежаночку. Сейчас они все могут перелезть сюда на лежаночку. Лежаночка мягенькая, хорошая, а то лежат прям на полу. Не такие сладкие мы. Что там такое? Что такое, зайка? Эти мои сладкие. Вот такие мои зайки молодцы. Вот эти такие хорошие, нежные, ласковые мои заюшки. Такие солнышки. Все, уже приходит к ним сон час, поиграются, поспят, потом снова поиграются. Ну вот, двое еще бодрствуют. Да, солнышко мое? Джерри, мальчик, красавчик. Джерри, красавец. Вот так. Оп. О, у Джерри проснулась энергия.
Вот так девчоночки наши здесь отдыхают. Включен кондиционер. Здесь, конечно, им хорошо. Сейчас поспят. Немножко отдохнем. И потом будем гулять уже на улице. Ну вот такие вот у нас дела. Красотулечки мои. Лопатулечки. Все у нас хорошо. Кого интересуют щеночки, пожалуйста, обращайтесь. Всегда рады общению. Расскажу, покажу. Всегда на связи с нашими выпускниками. Вот так вот будут играться детки. Джерри, кто спал, теперь вот он играется с Есенией. Вот такие красотулечки. Вот так весело вам, да? Весело вам, зайки мои? Так, Китюнечка отдыхает. Еще не выспалась, видимо. Как же меня потревожили. Моя зайка. Моя зайка. Уже ожидает тебя мама. Уже ждет, да, не дождется. Когда уже приедет ее Кэтичка? Ну, скоро, скоро, солнышко. Как только мы сможем отправить Кэти, Кэти поедет новую семью в Америку. Там ее уже ждет вся ее семья. Так, ну что, ребятушки, буду заканчивать, буду оставлять уже малышей здесь поспать, потому что когда я хожу, они тоже начинают смотреть и вот уже попросыпались. Пускай они отдохнут, сон — это хорошо, они набираются сил, чтобы потом снова бегать, играться, веселиться и радовать всех нас. Всем всего самого-самого хорошего, самого доброго. Пусть исполняются все ваши желания. Будьте добрее, улыбайтесь, и все будет хорошо. Лапочка. Вот на этой красоте мы заканчиваем свое видео. Всем пока-пока.